Здравствуйте, здравствуйте. А вы не москвичка? Почти. А, так вот у меня одна москвичка почти. Аллочка, это не вы? Нет, я Танечка. А, Танечка. Очень приятно, Танечка. Жалко, моя Анечка пропала, почти что мне не попадается. А мы так с ней подружились неплохо. Она продаватница. Ну, ладно, я ей прощаю за то, что она женщина. Женщинам надо все прощать. В смысле, а что такое ватница? Расскажите мне. Ватница? Вдруг я тоже ватница. Она радуется, что вы на Украине украинцев убиваете. Да просто аж кипятком писает. Так ей нравится, что скажу, мы... Я вам скажу так, что я не из Москвы и не из России. Я вообще из Молдавии. Потому что у меня VPN стоит. Я молдаванка. А я тебя порадую, лапонька моя. Слушай, я прошу прощения. Вы назвали себя как? Забыл. А? Аня? Нет? Таня. А, Таня, о. Я был неправ. Я сказал, что у меня в Москве есть Аня, да? А вы Таня. Очень приятно. Танечка, я сам молдаван. Откуда? Да он где то есть? Не-не-не, я из этих необразованных молдаван. Я молдаван только на четвертинку. Откуда? У меня мама была наполовину молдаванка. Так откуда вы? Мама моя с Одесской области, у нее папа был молдаванин, а мама украинка. А я, соответственно, папа украинец, мама наполовину молдаванка, наполовину украинка. Значит, я на четверть молдаван. Ну, я вам скажу так. Похоже? Скорее всего, мы с вашей мамой, вот моя мама и ваша мама были соседями, потому что моя мама тоже родилась, ну, не Одесская область, а Приднестровье, то есть вот оттуда мои корни, ну, матери корни. Отца из Молдавии, а матери оттуда. Танечка. Так что мы с вами можем даже быть и родственниками, так если копнуть. Это вы мне напоминаете евреев. Евреи все говорят: о, да ты же еврей. Ну, не надо этого. Не, ну, ваша мама. Согласен с тобой. Ваша мама и моя бабушка, грубо говоря, я да, расскажу, что... жили где-то поблизости. Твоя мама с Одесской, но с Приднестровья. Приднестровье – это бывшая Одесская область до каких-то 30-х годов, потом это отдали Молдавии. А это чисто украинская земля, чтобы ты знал. Я в курсе. Там нету молдаван, нету русских, там одни украинцы и немножко молдаван, и все. А русскими там и не воняло. А теперь говорят, это русскоязычное население. Блядь. Танечка, твое здоровье? Это молдавское вино. Так вы все-таки говорите, что в Приднестровье украинцы, да, живут? Дело в том, что я там полжизни прожил. Ну, вы утверждаете, что в Приднестровье живут украинцы, да? Украинцы. Украинцы, да? Да. Да, Приднестровье. Да, ну так это правда. Ну до Днестра. В Бессарабии живут молдаване, а все, кто на Днестре, живут украинцы, но есть несколько сел молдавских. Одно из них называется Выхватенцы. Офатенц по-молдавски. Возле Рыбницы. Я лично в Рыбнице прожил с 50-го года до 58-го. 8 лет я прожил. Ну, я же говорю, мои в Рыбнице. Моя мама тоже из-под Рыбницы, только село Рашково, чуть-чуть сюда, ближе к Каменке. Рашково! Я в Рашково пешком бегал, пацаном. Рашков, это Я о чем вам и говорю, что мы можем быть родственниками с вами. Так вот, у меня тогда такой вопрос к вам. Вот, как вы относитесь сейчас к Приднестровью? Вот вы как житель Украины, вот что вы скажете про Приднестровье? Слушай, если говорить по международному закону, не надо по международному, по душевному. Приднестровье. По человеческим законам. Нет, я сначала говорю по международному праву. Почему? По международному... с каких пор вы стали международником таким? Послушай меня, Танечка. Да. По международному праву
эта земля, то есть эта территория, скажем так прямо, принадлежит Молдавии сегодня. Сегодня принадлежит Молдавии. Но там живут украинцы, да? Украинцы. Да ладно, это не важно. Это не важно. Это не важно. Важно, что? Важно. Она документально... Послушай, ну что ты лезешь поперед, батька, в пекло? Я тебе потом все расскажу. Давай начнем сначала. Ab ovo. Знаешь, что такое? Ab ovo по-латински. Ab ovo, это значит, начнем с яйца. То есть курица или яйцо, кто был раньше. Ты поняла, да, Таня? Значит, смотри. Ой, тяжко Приднестровье. Тебе будет сейчас. Ой, как тебе будет сейчас тяжко выкручиваться. Не надо меня пугать. Давай запугала. Кого ты запугать собираешься? Кого ты собираешься запугать? Я прожил 8 лет. 8 лет и больше даже. Ну, и периодически наезжал все время. Но неважно. Значит, смотри. По закону, по международным законам, Приднестровье – это Молдова. А кто ей не дает стать Молдовой? Украина не мешает. Но Украина наоборот. За то, чтобы Приднестровье стало молдовским. Молдавия. Кстати, о птичках. А где ты сейчас находишься территориально? Я в Киеве, а ты где? Италия. А, Италия. Ну, понятно. Все украинки, все молдаванки сейчас этих дедушек обхаживают. В Италии, кстати говоря... Подожди секундочку, я сигарету возьму. Там украинцы живут. Молдова. Ты повтори, потому что я не слышал. Что ты там фантазируешь? Смеюсь просто. Так смейся со мной, рассказывай, что ты смеешься? Ну что, я смеюсь, что? Плакать, что ли? Так ладно, давай, продолжаем тогда. Что нам делать? Значит, украинцев надо отдать молдаванам, да? Слушай меня. Что там кого отдать, я не знаю. Нет, я знаю одно. Приднестровье по международному законодательству. Я понимаю, что, ты международное законодательство, это, конечно, важно. Но перед этим можно, ты искренне... Можно я тебе что-то скажу? Подожди, закончу. Ну что ты меня перебиваешь? Нет, не можно. Пока я не закончу мысль, не надо меня перебивать. Ты будешь говорить, я буду тебя слушать. Что ты попрыгаешь? Ты хочешь бабу переговорить? Подожди, я начал... Не получится. Так вот. Ты молчала, я начал говорить. Я не закончила мысль. Я мысль не закончила. Вот слушай. Вот молчала, в самом начале ты был очень это искренним. Искренне ты говорил, там живут украинцы, там вот Украина, она была Украина, Одесская область. Вот это было искренне, знаешь, от тебя. А потом ты начал вилять. Международные законы, кто им не дает стать молдаванами? А что это виляю? Я тебе рассказываю, что было в Рыбнице. Где я жил? В Рыбнице. Когда была Приднестровская война, в Рыбнице стояла в Наунсо ваша украинцы? Ты видел? У Наунсо. А зачем ему там стоять, я не понял. Да, конечно, воевали на стороне Приднестровья. Что, не знал, что ли? Я их видела лично своими глазами. И в Рашкове они стояли. Врешь ты. Нет. Все. Нет. Все ты врешь. Нет. Там даже документы я видела. Я их лично видела. Я видела документы. Украинцы там вам помешали занять Приднестровье. У Наунсо стояла. Не надо помнить. 100% стояла в Рашкове. У Наунсо ваши, которая воевала на стороне Приднестровья и убивала молдаван. Не было никакого у Наунсо, не фантазируй. Ой, ты крутишься. Я же тебе говорила, я тебе с самого начала говорила, тебе будет сложно. А знаешь, почему сложно? Потому что ты в своей башке разорвал связи, понимаешь? Вы своих украинцев, которые находятся в Приднестровье, вы их бросили практически. Хотя с самого начала вы их защищали.
Вы были действительно на их стороне, вы были по-человечески, понимаешь, к ним относились. Вот именно по человеческим законам. Ах ты, блядь, я же тебе говорила, что тебе будет сложно. Старый ты козел, блядь. Он, ты посмотри. Он сразу вспомнил международное право, блядь. Говно. Да ладно, черт с ними. А чем это разукрашенная маска? Неоновая подсветка. Я помню, знаешь, фильм этот, как, господи, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Помнишь, собака Баскервилей? И там тоже был такой фосфор, который в темноте светился. И вот даже намалевали ей лицо, а ей там как бы оно таким страшным было. А еще в моем детстве были такие фигурки, знаешь, орел. И он вот днем ничего, а ночью, значит, в темноте он светился, знаешь, прям. Вот ты похож на этого орла. Хорошо. Ну, а о чем ты говоришь в таком виде? Какие эти... Предупреждаю некоторых. О чем? Русских блогеров предупреждаю. О чем? Чтобы не гуляли по Украине. Почему? Потому-то, блин, будем дедосить. Почему? Что будете делать? Будем валить их. Сам свалился. Он говорит, валите, сам свалюсь. Бежной.